Что такое случилось? Лёнь, ты немного странный, прости, но... Что? Говори! Мне и правда было приятно с тобой провести время. Мы гуляли, кушали и так далее, но это уже слишком. Это ты к чему говоришь вообще? Лёнь, мы расстаемся, все кончено. В смысле? Пока! И что делать? Ты тряпка! И всегда был ей! Мне надо к другу срочно! Сейчас Ленчик должен прийти уже со свидания. Он мне расскажет, как там они с Леонидой. Лень, как все прошло? Не понял. Так, стоп, а я зачем печенье тогда испек эти и конфетки я купил? Стоп, Лень, что происходит? Что случилось? Почему ты плачешь? Леня? Все плохо. Леня, у тебя что, дождь-то над головой? Давай, давай, что плохо, рассказывай. Пошли, давай лучше чаек попьем. Хотя, стоп. У тебя что, свидание не удалось? Нет? А что случилось? Она меня бросила! Она меня бросила! Так, Лёнь, успокойся, подожди ты, стой! Ну-ка, идем за мной. Расскажи-ка мне с самого начала, что было не так? Ведь просто так она этого сделать не могла. Может быть, это ты виноват? Давай я расскажу все, как было на самом деле. Ты точно расскажешь правду? Да. Ну смотри у меня. Давай. Был обычный день. Я пошел к ней домой. Какой прекрасный, замечательный день! Опа! Кажется, пришел. А вот и дом моей возлюбленной. Я уже подошел к ее дому и понял, что мне нужно переодеться. Надо переодеться. Сейчас я ей подарю цвет... Блин, дурацкий столб, ненавижу. Цветок. Эй, Леонидия! О, Лёнь, привет. Я так рада тебя видеть. Подожди немного, мне нужно припудрить носик. Давай-давай, припудри! Так, ну чё? И чё мне делать-то? Они этот свой носик 3 часа пудрят. Блин. О, идея! Рыбки! Привет, рыбки. Вот я вас и нашел. Здорово, вам хана. Одну минуту спустя. Ловись, карасик, большой и маленький. Лучше большой, конечно. Ой, поймал. Стоп. Ой, фак, блин. Сейчас, ага. Так, стоп, вот я дурак. Я знаю, где спрятать этого карасика. В духовке, ему там будет тепло и хорошо. Сейчас, секунду. Ё-моё! Это было случайно! Это от волнения! Блин, стыдно-то как! И что мне сейчас делать? Что случилось? Что за шум, Лёнь? Что делать? Шум? Какой шум? Где? Любимая, ты чего? Это... Ты не поверишь, представляешь? Во что не поверю? Лёнь, что случилось с моей кухней? Я сижу, значит, с места не двигаюсь. И тут, как вдруг! Ну, я и придумал, как мне отмазаться. Залетает вор, крадет рыбу, залетает бродяга, ломает все на кухне, залетает бомж, пукает и просит 50 рублей. Я сам в шоке, честно. Лёнь, ты в своем уме? Ну а что, не говорить же, что это я все сделал. Владус, а ты это точно из монтажа вырежешь? Да, как только лайк ребят поставят. А сколько лайков нужно, чтобы ты это вырезал с монтажа? Ой, да всего лишь ничего, ну 1020 лайков. Это что, останется в монтаже? 20 тысяч! Ну да, ну, ребята, поставьте лайк прямо сейчас, если вы хотите, чтобы эта история навсегда осталась на Ютубе. Ставьте лайк. Так, что там, Лёнь, дальше-то? Так вот, слушай меня внимательно. Дальше мы пошли гулять. И там этот еще гопник подвернулся. Что? Какой гопник? Ну-ка, вот сейчас с этого момента поподробнее. Дело было так. Ты самая лучшая женщина на свете. Дай песню спою. Твои глаза. Блин, извини. Лёнь, ну хватит, веди себя спокойно. Понял, принцесса. Хорошо. Твои глаза. Настроение просто огонь. Его ничто абсолютно не испортит. Вы, иди сюда быстро.
Чё? Лен, не обращай внимания, давай просто пойдем. Чего? Секундочку, любимая. Ты чё, меня не слышал? Сюда, говорю, подошел быстро. Тебе реально хана, козел. Ага, мне-то хана. Давай поближе, подошел. Чё там сказал, повтори. Я говорю, на, леща. Извиняюсь. У меня как-то так это, то ли на прогиб или что выкинул меня. Все кости переболели. Лень, ну с этим понятно. Ну конечно, ты зачем вообще на него сунулся-то? А дальше-то что? Что сказала Леонидия тебе? А дальше мы пошли в ресторан. Я позвал ее на ужин. О, вот это уже другое дело. Вот с этого и нужно было начинать. В чайхану. Куда? В чайхану. Лень, ты что, дебил? Что это вообще? Ну, это... ресторан такой. Лен, ты такой... сильный, такой красивый, защитил меня. Да не за что, блин. Вообще, я его видела, как дал леща, а? Стоп, это же мой лещ из аквариума. Не-не-не-не-не-не-не. Вот он твой. Ты что, зажарил его? Как иголку в стоге сена. Никогда не умел пословицы применять. Мне не нравится это место. Пойдем в другое кафе. Пойдем. Но он ей в итоге что-то не понравился. И я вот с собой попросил забрать. Сказал, заверните мне в пакетик. Ты совсем? Забирай давай. А дальше-то что? Вы пошли в кафе или нет? Вот там началось самое интересное. Там я вообще не понял. Слушай, мы пошли в ее любимое кафе, между прочим. Так, рассказывай. Ну вот, любимая, мы и пришли. Твое самое любимое кафе мороженое. Давай, пойдем скорее. Сейчас купим тебе кучу мороженого. Ну, только два, наверное. Извини. Блин, мне это место очень-очень нравится. А то! Так ты какое мороженое будешь? Давай говори сразу, чтобы я пошел и сделал заказ. Я буду шоколадное мороженое. Шоколадное? Я понял, понял. Секундочку, сейчас сделаем заказик. Блин. Добрый день. Чего желаете? Мне, пожалуйста... Мне, пожалуйста, пустой рожок. Без мороженого. И у вас есть это... Есть? А? Что? Пустой рожок без мороженого? Так кто ж так заказывает-то? Да я просто забыл, какой надо. И вообще я пошутил, ты чё? Сделай мне этот, а я там буду ждать. Кого этот-то? Да кого сделать-то, я ничего не понял. Любимка, он вообще сраный, ой, странный, блин. Он так и не понял, какое мороженое тебе надо. Ой, ничего страшного, я без мороженого посижу. Ой, что-то живот закрутило. Мне нужно отлучиться. Да блин, дурацкие раковины. 10 минут спустя. Да чё он так долго? Нужно его проверить. Лёнь, с тобой всё хорошо? Я могу войти? Ну всё, я захожу. Помогите! Да помогите слезть! Ё-моё! Да чё ж никто... Да ёлки-матрёшки! Нафига я сюда залез? Спрашивается. Раньше и было. Я не понял, ладно, что я сделал-то не так? Ты такой дебил, Лёнь. Ты серьезно в туалете висел наверху? Вообще-то, британские ученые доказали, что это положительно влияет на здоровье. Ты британский ученый, Лёнь, ты совсем? Может быть, чая? Я тебе сейчас дам чай, Лёнь, пошли за мной. Я тебе сейчас дам пару советов, чтобы Леонидия к тебе, дебилу, вернулась. Лёнь, давай, 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 пошли за мной. Удочку убери. Это тот самый лещ, который ты у нее выловил из аквариума. Так, пока мы идем до Леонидии, я хочу, чтобы каждый из вас попытался разгадать вот этот ребус. Напиши в комментариях, какое слово здесь зашифровано. Да, я этот ребус сделал, связанный с Леней, с Леонидией. Напиши в комментариях сейчас, что это за слово. Только не подглядывай, пиши сам. Давай, давай, иди за мной, задница шоколадная. Ага, сам. Один напишет, все спишут. Нет, Лень, вот давай вот без этого. У нас подписчики умные, и они сами обо всем могут догадаться. Давай, пошли, пошли, пошли. 5 минут спустя. Лень, осталось совсем чуточку. Еще парочку цветочков и будет, да? Достаточно. Ты...
Ты куда их обратно рассаживаешь, задница шоколадная? Собирай! Собирать! Ой, ё-моё, это что такое вообще? И сколько ты их здесь рассадил? 3 стака. Юань, меч. Да-да-да-да-да-да, думаешь, у меня получится? Юань, да, мы уже пришли к дому Леониди. Иди давай, не переживай, все будет нормально. Я постою здесь, если что, крикну. Обязательно извинись, скажи, что ты не прав был. Потому что ты реально дебил вообще, у тебя есть за что извиниться. Подожди, я должен сделать последнее дело. Так, давай, говори, какое. Лень, ты что, леща выкинул? Угу. Иди давай, быстро. Я буду ждать здесь. Ёлки-матрёшки, горе луковое. Давай, что стоишь? Ой, ё-моё. Любимая, я пришел извиниться. Ой, да кто пришел? Я никого не ждала. Лёня? Леонидия, я пришел извиниться и сказать тебе, что... Не понял, это еще кто? Леонидия, ты кого это домой привела? Нет, не может этого быть. Я пошел, все, пока. Че смотришь? Подпишись на канал хотя бы. Кнопка подписаться у тебя на экране. Нажми на нее прямо сейчас, чтобы увидеть новые классные ролики. Продолжение будет, когда поставите 20 тысяч лайков. Надеюсь, будет продолжение. Капец. Смотрите другое видео прямо сейчас. Пока!